Первая поклевка в секторе номер 3. Возьми подсак в одну руку. Подними, Костя, чтобы видеть, где она. Ты над ним, ты обойди. Во. Tell me, this road is 3.5 or 4 meters? It's 3.5. Это какой был первый? 3.5. Желто-черный. You're smiling like you knew this before. Okay, it's your lake. Да, теперь поймал, что на 4-метровый подсад. Успокойся, ты уже. Ну, сейчас выпустим. Сиди мы тебя. Давай, одним разом. Куда, на глубине? Есть. Yeah! Кто сказал одним разом? О! Водичку. Побольше. Вторая поклевка в секторе номер 3. Точнее, не вторая, а двойная поклевка в секторе номер 3. Лет называется. Ничего, никуда, все, хватит. Ты требуешь влево, вправо начали ходить. Да выебывались, да? Караев. А, снимают нас, снимают, извините. Потом придется запикивать. Адреналин зашкаливает. Как у тебя там далеко? У меня шок уже. Ну, тоже шок. От того, что мы видим. У него шок кольцо уже почти. Давайте я встану посредине. Да. У меня походу да. У него уходит. Сейчас это не доброшу. Пока возможно. Иди еще вправо, поведи вправо. Там есть, 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 надо бы включить Лебединое озеро здесь. И такие ходят, тан-тан-тан. Она в машине, ты видел, да? Блять, уже клюет без ничего. Я уже подорвался. Уже без удочек даже клюет, ребят. У меня удочка в руках третья, я подорвался. Поэтому 17 евро за сутки ловли на этом водоеме, я думаю, стоит. А я получу эти ролики? Меняемся, Костя. А тебя в кадре нет. Тан-тан-тан-тан, да-да-да-дам-дам.
Я пшикнул на то, что поймал. Я тут была терпение. Куда сюда бегать? Как же так, один подсак? Это не есть, конечно, хорошо, но три удочки. Да. Ну, они такие, братья. Оп, бля.